Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на интересного героя. Ну, донатного героя, не особо востребованного. Почему, думаю, кто имеет и знает, кто стремится к этому герою, надейтесь только на подземки. Вот такая вот у нас будет сегодня шапка на тесте. Почему железка? Для того, чтобы не станет, потому что герой станется. Герой не имеет кулдауна, то есть самое основное для него это набор энергии. Где использовать? Можно на PvP локациях использовать. Давайте сейчас вам просто покажу, чтобы вы понимали, что такое шапка. Это, скорее всего, у нас, как обычно, посливают. Статки довольно-таки неплохие. Так, надо там, где юнитов нет, бьет сразу же по юнитам, по всему, что видит. Вот смотрите, Фрейя ударила. Мисс. Не увидел я там, сколько нанесла. Ну, урон довольно-таки неплохой относительно. Если сравнивать с другими героями, то... Так, смотрим. Бум, 600к, то есть урон, блин, хорош. Космо слила, шапка слила космо, вот так вот. Дамага очень много, даже в такой сборке. Давайте поставим сейчас железку. У меня, если видите, на таблетках героя сразу же расставленные для того, чтобы потестить. Именно на подземках показать вам всю красоту героя. Передача энергии, ну, лучше, конечно, победной. Ну, я что-то так шапку слил давно было и забил на нее. Такс. Вот такой вот у нас сборочка. Поехали, начнем. На PvP локациях, ну, смысла от нее никакого. Где-то вам показывать, рассказывать я даже смысла не вижу. Потому что... Герой просто ни о чем там. Так, у нас будет сейчас максимальная сборка, только не на эту, а на восьмую. Так, смотрителя у нас нет. Вот 8 миллионов крит прошел. То есть сборка. Сейчас стан будет идти уже дальше. Все, стан пошел. Сейчас ее сольют. Ну, вот видите, то есть так она по сути. Да, классная, все, но она атакует все цели. То есть там, где юниты у вас есть, она не особо будет эффективна. Надо изначально слить юнитов каким-то либо заклинательницей, либо анубисом и дальше трешевать. Теперь давайте не такую сборку попробуем, а вот такую вот сборку. Эта сборка будет поинтереснее, правда, у нас отхила опять же нет. Ну, посмотрим, может повезет увидеть урон на максималке. Сейчас только пакт будет бить, видите, мест не бьет. Бьет все, кроме мес. Так, сейчас должен быть инвиз. Отлично, ну. Ух ты. Сейчас бы еще разок попробовать. Сейчас она выйдет, к сожалению, с инвиза. Ну, не задело, скажем так. Ладно. Поехали тестить. Теперь покажу вам, как ее правильно использовать и где ее использовать. Есть у нас куча кошмарок, которые многие не могут пройти. Не у всех шапка есть, она стоит 2 пака больших. Не у всех она есть, но с помощью нее можно неплохо проходить подземки. Не все, правда, но вот давайте с десятых начнем. Посмотрим. Железка для того, чтобы не станилось, можно с исцелением попробовать. Смотрите, сейчас что будет.
А, фу ты, у нас железки нету, у нас же эта фигня. Маскировка. Ну вот, смотрите, без железки. Ну, вроде как бы у меня герои здесь прокачаны, но шапка здесь толку никакого не имеет. Как видите, она в основном сзади пасет задних. А теперь делаем, ставим железку. Я пробовал железка плюс исцеление. Неплохой вариант. Поехали. Можно, в принципе, тут, я думаю, и так начать без дефа. Вот смотрите, есть железная воля, и как видите, она уже намного больше дамажит. То есть сейчас в основном шапка все выносит, они стоят здесь. А вот шапка просто из-за того, что у нее железка, она не станется. И у нее идет набор энергии за счет Купидона, за счет остальных, она просто раздает подземки. То есть у нее все время, как только заряд, она сразу же залп дает. Сейчас мы пойдем дальше, вы видите, как она работает уже на максималке. Так, шестая. В шестой у нас поменяли демонов. Попробуем, посмотрим. Так, магию нам надо взять. Шесть, десять. Ну, пройти на 50% с шапкой у вас 100% получится, даже не при максимальной прокачке. Можно выпускать ее первой, для того, чтобы... Вот посмотрите, как залпы от нее идут. Но тут еще, конечно, Анубис хорошо. Вот шапка, посмотрите, что она делает. Дамажит, 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 дамажит. Ну все. 83% у нас получилось. Ну, можно пройти на 100 при желании. Ворожей сопротивляется. Максимальный ворожей не может пройти подземку. Так, самое интересное у нас будет на 7. Ну, тут 7-1 даже. Даже без понтово, скажем так, этим составом бегать. Потому что сейчас тут будет просто вынос. Ну, тут, опять же, для того, чтобы был просто вынос, надо зависнуть на ком-то. Видите, мы ни на ком не зависнули, побежали вперед, и нас просто тупо ушатали. Перезаходик. Вот у нас есть хранитель. Тут надо успеть еще заморозить хранителя, потому что если вы его зарядите очень быстро, вот он включится, и ваши герои посливаются. А так на тени, просто на изи эта подземка проходится. То есть тут такой урон, что просто на ура. Вам не надо там какие-то там особенные герои. Так, ладно, давайте дальше. Четвертое. Проблемы начинаются с пятой у многих. А вот когда юнита есть, немножко печально, и все, надо юнитов сливать тритоном, там, анубисом. Вариантов, скажем так, очень много, но тут опять же есть хранитель, на котором можно зависнуть. Ну и все, и пошел дальше набор, разогнались. Просто на ура. 60% есть. Я проходил на 100 шапкой. С тритоном тоже, кстати, тема классная, обычные герои. Так. Шестая. То есть сам смысл вот шапки вот такой вот. Больше вы с нее ничего, по сути, пока не вытащите. Локаций каких-то особенных у нас, к сожалению, нет. Вот на героев тоже можно железку поставить. Так, слилась она. На чем она слилась? Хранитель вроде не включался. Странно. А, тут и у нас еще и юниты есть. Ну, то есть надо брать кого-то, чтобы сливать юнитов. Так, попробуем еще разок.
Стартанули мы с шапочки. Да, тут нету. Не понял, а что за фигня? Что за прикол? Почему моя шапка сливается на ком? Самое интересное, на ком? Я не помню, чтобы здесь у нас были проблемы. Значит, надо доспех ставить. Не должна она сливаться. Очень странно. Ну, вот пошел залп, 42%, 54. Ну, то есть на изи прошли опять. Правда, шапку потеряли. Ну, можно поставить дерево, будете проходить 100%. Самое основное, чтобы было на ком, можно было на ком-то зависнуть, то есть хотя бы для разгона. Какая там у нас дальше? Ну, это, в принципе, легкая. Вот, вот это вот проблемное тоже. Очень много юнитов. И на ком-то зависнуть тоже очень проблемно. Плюс ронины. Ну, есть проблемы. Надо было начинать с шапки. Вот все, видите, нету разгона. И дальше уже проблемней проходить. Ну, тут надо Анубис, надо Тритон. То есть можно таким образом попробовать. Так, еще раз 7-9. Я помню, я над ней мучился, но все-таки я ее один раз прошел. Чтобы немножко дальше выкинуть, чтобы не достали, и сразу заморозку кинем. Ну, 41-42, вот 50%. Вот вам шапочка, которая просто тупо раздает. Ну, она и без прорыва, то есть пройти можно. Тут на 100% считайте, мы прошли ее. Так. Ну и давайте последнюю попробуем. Ну, там тоже нюансы, там очень много героев и зданий и стана. То есть надо со станом бороться железной волей. Ну, плюс здесь еще куча. Здесь она не особо будет тащить, конечно. Здесь куча юнитов. Ну, как видите, надо железную волю ставить на героев, чтобы что-то получилось. Вот. Ну, так, в принципе, я больше вам ничего не покажу. Еще можем потестировать на некоторых локациях. Вот с воодушевлением тоже вариант есть. Быстрый набор. Ну, мне исцеление как-то больше понравилось. Такой вот набор. Давайте на примере попробуем. Ну, на фарм туда зашел, на экспедиции. С воодушкой позаряжать. Ну, смотритель все равно сделает свое. Вот смотрите, сейчас, конечно, панчбокс у нас тут немножко лишний. Ну, вот с воодушкой посмотрите, что она делает. Просто песня. Ну, надо, чтобы она, конечно, выжила. Будет фрая топовая, она сольется. Шапка очень быстро. Ну, а так, в принципе, по урону, я вам скажу, тут очень-очень все круто. 450, следующий залп пошел. Ну, надо панчбоксы выбирать однозначно. Сто процентов. Это ее на PvP локациях, ну, не знаю, смотря какой у вас топ, ну, вряд ли вы ее будете использовать там, потому что она там будет не актуальна.
Ну вот и все. Зацепили Фрею и слились. Вот такой вот герой. Пишите комменты, что вы думаете, какие вы хотите увидеть еще сборочки. Всем удачи, всем пока.